Итак, самый добрый вечер. Я решила попробовать. Если я не вернусь, считайте меня коммунисткой. А если вернусь, значит я все-таки попробую вот этот фрукт. Он называется, этот экзотический фрукт, он называется рамбутан. Рамбутан. Если честно, я когда-то видела, как его едят. Вот если бы я была, например, Робинзоном Крузо и попала бы на острова где-то одна, и страдала бы от голода, искала бы себе какую-то пищу для пропитания. Это последний фрукт, который бы я попробовала, клянусь, потому что он такой страшный. Если честно, он просто похож на какого-то вот на зверя морского. Или не морского. Сейчас я беленькую положу бумажечку, чтобы было хорошо видно на белой. Я знаю, что многие знают, что это за фрукт. Многие пробовали, поэтому не надо мне говорить, что я там типа темная, не темная. Я тысячу раз видела этот фрукт, но у меня никогда не возникало желания его попробовать, клянусь. Я всегда такие вещи обходила мимо. Ну, думаю, пусть пробуют те, вот кому просто хочется что-то новенького. Мне как-то не хотелось вот это вот волосатое чудище пробовать, честно. Это экзотический фрукт. Я только что попробовала, какой он вкусный. Ну, когда я уже попробовала его, я уже думаю, надо же поделиться в конце концов с нами. Итак, называется он, еще раз показываю, вот. Рамбутан. Рамбутан. Итак, этот рамбутан, мы сегодня с внуком зашли в магазин. Мы заехали вообще-то в маленький Китай сегодня, у нас в Орландо есть. И понятное дело, мы купили, я говорю, давай попробуем, в конце концов. Мы купили вот этот Dragon Fruit. Что это за, это не знаю, тоже знаю, что его едят. Мне тоже никогда не приходило в голову его есть, если честно. И, по-моему, они растут, они даже у меня, по-моему, во дворе растут. С колючками как, на кактусе. Сейчас я вот эту фигнюшку разрежу. И посмотрите, какая там красота. И мы сегодня купили, вот кто скажет, что вот это вот такое? Кто скажет вот так вот просто вот набум, что такое? Доброе утро. А что, у кого-то уже утро? Вот это что такое? Вот оно напоминает, я бы сказала, это яблоко, да? Хорошо, кусочек ага. Вот это яблоко, да, вроде как? Ну, то ли груша, то ли яблоко. Ну, что-то больше похоже на яблоко. А на самом деле, кто скажет, что это? Читайте. Пир. А я думала, пич. Я думала, это персик. Прошу прощения. Я думала, это персик. Я неправильно прочитала издалека. Короче, зрение меня подвело. Нет, это все-таки не персик. Нет. А драгона могут быть расстройства. Аккуратно. Ну, я просто хочу попробовать. Я опять-таки сейчас я не буду его пробовать. Завтра я с внуком мы его порежем и попробуем. А сейчас я возьму ножик. И вот это непонятное, что это такое. Я же говорю, вот так ночью увидишь и испугаешься. А оказывается, это груша, да. Я просто почему-то прочитала, у меня глаза подвели, и я прочитала в магазине, что это персик. Думаю, ну какой же это персик? Он же с персиком рядом. А сейчас только что я навела уже зрение, как сказать, навела резкость и увидела, что это не персик. Ну, простите, ладно. Короче. Да, очень вкусный и нежный вкус. Да, беру яблоко. Уфу, яблоко. Беру нож. Я беру нож. Тебя как? Вот так тебя сбоку? Куда тебе? Снизу? Сверху? Тебя с севера, с юга, с запада, на восток? Как тебе? Как тебе вот так? Если честно, мне даже его страшно резать. Вот оно, ощущение, что он живой. Ни одной рукой не получится. Сейчас, одну секунду. Ни одной рукой не получится, поэтому я поставлю вас вот так на минуточку. На одну минуточку. Вот на одну минуточку. Вот. Итак, сейчас я вот так вот его разрежу. И вот так вот я его... сильно разрезала. Я его с косточкой разрезала. Сейчас я разрежу по чуть-чуть. Сейчас чуть-чуть разрежу. Вот так вот я его разрезала. Опять. Вот он. Вот он какой мягенький. Вот он какой классненький. Какой он сочненький. Какой он вкусненький. Это съедобное. И вот он, вот в такой вот он, казалось бы, да, в такой страшной оболочке, какой он вкусный. Итак, я его бросаю в рот.
Сладко. Косточка у меня пополам разлетелась. Косточка тоже вкусная. А что, косточки едят? Косточка съедобная. Так что вот так вот, все. Вот как он выглядит в разрезе. Вот такая косточка. Очень вкусный. Действительно очень вкусный. Я несколько раз видела на YouTube, кто-то ел эту ерунду. Думаю, ты, ну, это личи? Нет, это не личи. Не знаю, как у вас она называется. Здесь он называется, он вот он. Рамбутан. Вот эта упаковочка обошлась на 3,15. Вот это рамбутан вот сверху было. То есть я не знаю, может быть, как-то личи по-другому называется. Может быть, второе название. Вы не так прочли. Ну как же не так? Вот он, рамбутан. Где ты? Где ты середина лета? Рамбутан. Личи немножко другое на вкус. Ну, короче говоря, тут написано рамбутан, я купила рамбутан. Вот видите, как оно все сладкое. Вот она как карамелечка просто такая, очень вкусная. Вот это очень-очень вкусненько, вот это... Вот что такое рамбутан. Я думала, зверь какой-то. Я тоже думала, что это какой-то зверь. Ну, просто реально какой-то зверь. Вот так ночью возле кровати положить, ночью встанешь. Наткнешься и уписаешься со страху. Все, ладно. Ладно, завтра мы будем с Таней пробовать вот эту вот ерундушку. Тоже я сегодня спрашивала, говорю, как вы его едите? Она говорит, его надо как-то вот порезать, а потом дольками какими-то есть. Разрезать его сейчас. Коль пошла такая пьянка, давайте я уже сейчас его тоже разрежу. Сейчас я его тоже разрежу, хотя бы, если честно, я не знаю, как. Его надо было бы помыть сначала. Я вот это тоже ничего не мыла. Сейчас, секундочку. Так что косточки здесь тоже едят. Сейчас посмотрим, что это такое за... Ой, какой он, как он хорошо режется. Режется, как будто масло. Я когда-то его ела, по-моему. Я его когда-то ела, кажется. Вон она какая. Вон она, как черная икра. Мамочка моя, как вкусненько. Вкусненько. Нет, никакая, нет, пьянки никакой. Какая пьянка ночь на улице? Вы чё? Киви, да, немножко похоже на киви. Киви чуть-чуть более такое кисленькое. В киви больше кислоты. А вот в нем такое мягенько. Ну, сказать, что вот это гораздо вкуснее. Вот это, конечно, есть можно, но я его больше покупать не буду, потому что вот один раз попробовали, все. Но вот это я буду теперь покупать всегда. Да, у нас тут столько всего. Мы сегодня с Даней ходили по магазину. Зашли мы в этот Asian Store. Это плод кактуса, ага. Так у меня кактусы тоже цветут, и я никогда мне в голову бы не пришло есть плоды кактуса, честно. Называется Dragon Fruit. Плод кактуса. Короче говоря, вот так. Для пьянки рановато. У нас 5:30 утра. Подождем до вечера. Нет, у нас нет. У нас как бы... Нам не до пьянок. Мне лично вообще не до пьянок. У меня ребенок сейчас, я. Так что вот так вот. Все. Показала все, что могла. Ну, уже пошла такая пьянка. Это одно и то же, в принципе. Но вот этот большой, он не такой вкусный, как вот этот. Опять я забыла их название. Сейчас я прочитаю и скажу, что это такое. Органик авокадо. Это авокадо. Я уже говорила, что я раньше авокадо вообще не воспринимала. Вообще ни в каком виде. А сейчас я так присела на авокадо, я их день по 3-4 штуки съедала. Просто без ничего даже. Так что, вот это, а это большой авокадо. То есть это из семейства авокадовых. Ну вот, пожалуйста, сын и мама, или мама и дочка. Ну вот этот вот, он вкус, вот этот более масляный. Этот вкусный тоже, тоже напоминает авокадо, но вот это все равно во много раз вкуснее. Все, пошла я спать. Вам доброе утро или спокойной ночи, кто здесь.
попробовали всех этих, вот этих страшилок попробовала. Очень вкусно, просто очень вкусно. И мы там еще пробовали какие-то такие вот, как виноград, только твердый. И тоже раскрываешь, эту шкурочка слезает вот такая же, как на орехе. И тоже внутри вот такой же, как вот здесь. Вот такой же, как вот здесь вкусняшка. Большой авокадо с Флориды, маленькая с Калифорнии. Я, если честно, даже не знала. Все, спокойной ночки всем. Все, доброе утро, хорошего дня всем. Всем удачи, счастья. Все, пока.